Так, друзья, я просто хотела поделиться с вами кое-чем. Вчера вечером Рину открыл интернет, открыл свой компьютер, и он на Фейсбуке состоит там в группах именно известия там нашего города, нашего района, нашей зоны, нашего региона. И вот там все новости просматривают, прослушивают. И вот что вчера в новостях написали, что недалеко от нас, недалеко от того места, где упал фуникулер в городе Арона, умер мужчина. По-моему, мужчина, 51 год, через полчаса после вакцинации. Представляете? Ровно через полчаса после вакцинации человек умер. Не болел, не знал себе ни горя, ни печали, пошел на вакцинацию и через полчаса умер. Я не понимаю, вот люди действительно боятся этого ковида, боятся этого вируса. Ну а как они не боятся делать вакцинацию, если у многих людей не просто проблемы со здоровьем, но вплоть до смерти? Это ж как на кон ставят человека, вот и какие-то испытания проводят, выживет, не выживет, как говорится, пройдет, не пройдет, эта вакцинация благополучная. Это, конечно, ужасное известие, ужасное. В общем, просто поделилась с вами этими новостями.